Ну, в принципе, такая боевая игра со стороны двух команд с минимум созданных моментов, организованно защищались и команда соперника, и наша команда. Ну, нужно сказать, что последняя контрольная игра перед стартом, за неделю до старта, и ребята эту игру играли еще под большими нагрузками. Сейчас недельный цикл, мы будем сбросим уже нагрузки, перейдем на одноразовый режим тренировок, больше будем тактике уделять внимание, отработке стандартных положений. И когда, я надеюсь на это, что немножко сейчас ребята отойдут от этих нагрузок, свежесть появится, и немножко и в тактическом плане будет смотреться команда по-другому. Можно говорить о том, что сегодня состав приближенный к оптимальному для стартов в первенстве на поле присутствовал? Ну, не совсем так, но близко, совсем близко к стартовому составу. Поэтому мы и минимум замен делали. Все это близко к стартовому составу. Если подойдут у нас ребята, которые травмированы, то возможны изменения. А так близко к стартовому. До первой игры в первенстве в Астрахани с Волгарем, возможно ли еще какие-то пополнения в заявке «Факела»? Ну, трансферная кампания 31 августа закрывается, все. Все возможно, у нас есть проблемные позиции, мы знаем об этих позициях, и мы ведем в этом плане работу, в этом направлении, все. Если достойные кандидаты будут и устроят все составляющие игрока, клубы, то хотелось бы нам две позиции усилить.